выходим из речки Нара в Аку, на юге Серпухова. И плывем в сторону Подмоклого. А это мост через Аку здесь у нас был. Ака там поворачивает. А вот эта речка Нара, из которой мы вышли только что, в Серпуховском порту сели. И вот на теплоходе «Зуша» 6 сентября 2000 года мы совершаем увлекательное путешествие рано утром, после завтрака сразу. День ясный, теплый, сухой, обещает 25 градусов. Высокий уровень воды, вот, может быть, он такой нетипичный, а действительно, как в прошлом году, из-за спуска плотины в Орле. Мы видели это под Тарусой, может быть, и сейчас такое же здесь явление. Сошел, приходит новый пассажир, и вот сейчас мы снова едем. А по времени до начала обратной дороги еще 5 минут, посмотрим, как пойдет теплоход теперь. Вон высокий берег, люди поднимаются к дачному поселку, он незатопляемый при разливах. Вот как хорошо, они идут медленно.
она же на тросе, да? Вот. Да? Это река Ака. Около Серпухова. Рядом слияние с рекой Нара. Замечательное место для купания. И рядом тут Симферопольское шоссе на Тулу.